может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность, у них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Обладатели этого имени переполняют чувства, когда они восхищаются чем или кем-либо, очень восприимчивы. Слабой стороной для людей с этим именем станут их чрезмерная гордость и независимость. Значение буквы «Э» говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Эти люди ответственны и терпеливы. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.